За теневыми отношениями Земли и ее спутника сегодня пристально наблюдали сотни телескопов по всему миру. Спрятавшаяся за нашей планетой Луна предстала любопытным наблюдателям космоса в цветах Марса. Необычная красновато-оранжевая тона – это признак первого в году полного лунного затмения, которое, к слову, совпало с суперлунием, моментом, когда спутник подходит к Земле максимально близко и визуально кажется значительно больше. Над центральной частью России Луна повисла максимально низко. В Крыму спутник Земли окрасился в багровый еще во время сумерек, а на севере, в Мурманской области и Петербурге, затмение сменилось эффектом гало, которое местными астрономами осталось незамеченным на фоне других шокирующих исследований космических тел. Одно из них, по утверждению петербургских ученых, уже на пути к Земле. Репортаж Салима Зариф. Сотрудники кафедры небесной механики СПбГУ рассматривают один из вариантов уничтожения астероида Апофис с помощью другого небесного тела. Таких сценариев в научном мире сейчас разрабатывается множество. Апофис вновь грозит Земле. Наибольшая вероятность столкновения в 2068 году. Двигатель малой тяги, так называемый, некоторое время он действует и изменяет скорость астероида. В случае падения астероида на Землю или, как говорят ученые, соударения, последствия могут быть глобальными. По некоторым оценкам, мощность взрыва может составить 1717 мегатонн. В сравнении с этим взрывом 18-килотонная бомба, сброшенная на Хиросиму, и правда малыш. Впрочем, в СПбГУ успокаивают. Нет, человечество не погибнет. Через 49 лет действительно есть вероятность столкновения Апофиса с Землей, но вероятность это 7 миллионных. 10 минут 6 это, трудно, конечно, сказать. Все зависит от соотношения условий встречи. Потому что и размер имеет значение астероида, и скорость встречи. Уже довольно скоро, в 2029 году, Апофис очень близко подойдет к Земле. Он будет в 10 раз ближе к нашей планете, чем Луна. Но пройдет мимо. Это подтверждают как российские специалисты, так и эксперты НАСА. Однако через 7 лет, в 1936 году, вновь появится в небе. Задача землян – изменить траекторию небесного тела. В докладе, который подготовили в СПбГУ, предлагается сделать это как можно скорее. Если орбиту астероида Апофис менять до сближения 29 года, то это можно сделать сравнительно небольшими техническими средствами. Как остановить Апофис, взорвать, оттолкнуть, ученые еще не определились. Астероид назван в честь античного змея, который живет в глубине подземного мира и пытается уничтожить Солнце. Бесполезно пытаться разглядеть его сейчас. Апофис станет заметен только в 2029 году невооруженным глазом. Если, конечно, человечество не придумает раньше, как избавиться от этой угрозы. Салима Зариф, Евгений Костин, Александр Бурушков и Галина Орлова. Вести, Санкт-Петербург.